Это наш клиент Ольга Сергеевна. Ольга Сергеевна, пожалуйста, расскажите, вот, что у вас получилось, какие результатики? Результаты меня очень радуют. Радуют чем? Значит, с декабря прошлого года я начала принимать бальзам номер один Морозова. Значит, во-первых, я стала сразу крепко спать. А то обычно в течение ночи 3-4 раза просыпалась и уже не могла засыпать. Вслед за этим, видимо, произошла чистка печени, потому что у меня исчезли такие вот возрастные темные пятна на руках, на лице. И я этому очень, как женщина, естественно, рада, потому что каждая женщина хочет выглядеть хорошо. Кроме того, я заметила явный признак подтяжки лица вот за этот год. И вот сейчас, год спустя, он очевиден. Вот в этих местах у меня значительно подтянулась ткань. Давайте. У меня нет никакой косметики на лице, кроме, ну вот, помады и реснички немножко подкрашиваю. А сама кожа лица остается, в принципе, вот как есть, такая натуральная. А теперь что могу сказать? Очень существенна подтяжка кожи тела. И уменьшение массы пока незначительно, но уменьшился объем почти на 5 сантиметров за год. Меня это тоже очень радует, потому что в 2005 году, в декабре, я весила 161 килограмм. И вот, да, 161 килограмм. На сегодня мой вес колеблется от 115 до 118 килограмм. И благодаря бальзаму я стала значительно меньше есть вечером. То есть для меня этот бальзам, ну, просто целительный. Кроме того, я могу сказать о тех моих знакомых и родственниках, которые также принимать начали с моей легкой руки этот бальзам. У них результат вообще потрясающий. К сожалению, не могу сейчас их предъявить, но, скажем так, обязательно познакомлю в будущем вас с той дамой, которая уменьшила свой вес за год почти на 10 килограмм. И при этом ей никто не даст ее возраста. Она выглядит, ну, максимум на 50-55 лет, а ей уже далеко за 60. Так что я очень довольна и всем рекомендую его применять. Хорошо. А, такой вот вопрос. Угу. А примерно вот сколько вы уже принимаете, вот какой именно, вот сколько принято по количеству? Не помните? Ну, я могу сказать, я сейчас точно не скажу, сколько я приняла этого бальзама, но у меня прием как? Первый раз я приняла 3 флакона, сделала 2 месяца перерыв. Почувствовала, что опять как-то я себя стала неважно чувствовать. И посоветовалась с Василием Назарычем, который сказал, что все эти ощущения надо учитывать при приеме бальзама. Потом я стала принимать по 2 флакона и интервал 2-2,5 месяца. Вот последний раз я закончила прием бальзама в конце сентября, и вот с начала декабря я возобновила прием. Хорошо, спасибо, учитель.